Всем привет, с вами Реди. Сегодня я вам покажу баг на рашке. Да, на рашке. Так, смотрим. Заходим мы, к примеру, на... Так, сейчас, подожди, не поставить, не беспокоить, чтобы... Эпс. Давай, перезаходи. Так, давайте заходим, к примеру, на любой этаж. Да. Берем, ну, к примеру, какая-нибудь машина вот понравилась. Ради угара, вот. Давайте приору. Садимся мы в приору. Да. Отмена. Нажимаем тут. Отмена. Потом хотим ее, типа, ну, как-нибудь проехаться. Пытаемся, заводим, вот едем. Никак не получается. Ну, не едет она, никуда не хочет. Нажимаем F2, короче. Нажимаем закрыть. После того, как мы закрыли, она вот заведена у нас. И мы можем уезжать. Главное потом ее надо, ну, как сказать... Когда поставили на место, нажимаете обратно открыть. Вот. Вот такой баг. Да. И нажимаем вот опять открыть. И мы опять на ней не можем уехать. Вот. Да. Давайте вот еще каким-нибудь этажом пробежимся. Глянем, какие машины. Давайте микрофон передвинуть чуть сюда. О, все, так будет. А, не, я аж испугался. Так, тут тоже, там он что-то спорят. Спорят пацаны. Ну, как обычно, тут всегда не без проблем. Давайте, например... О, я еще на челленджере не катался. Да, давайте садимся. Закрыть. Ну вот, как вы видите, короче. Да. Блин, конечно, паркуем мы их знатно. Закрываем. А, нет. Фух, я в него сел. Отмена. А что, теперь ездить можно? А, да, пока я, короче, не нажму открыть. Я, короче, могу ездить. Давайте, короче, что-то по транзитам. Транзит слабенький. Также хочу опять аррет найти. Смотрим, сейчас, короче, угоним машину. Война, тут музыка всегда орёт. Теперь с этой... Ай, сейчас наушники поправим. Все, поправим. Поехали. На чем? Давайте на X7 люблю кататься. Это фиаско, братан. Прокатился на свою голову. Так, где там GTR? Телепорт. Да. Сейчас ТП-хнем, пацан. Ну ладно, сам пусть бежит. А потом, если что. То он там грузится. Хотел помочь ему. Давайте сейчас поможем ему. Ты что, он зря... Так, где тут? Как его зовут? Блин, а я забыл его ник. На МММ-540 едем. Короче, в салон Audi. Кто помнит, там машина стоит. Вот. Сейчас я вам это покажу. Покажу. Блин, что вообще? А что они только... О, все загрелось. А второй стопор. Ехать. Фары синие, всех синих. А это вроде... Да, это из-за стробов. Вот, с стробоскопами ездил. Итак, идем в автосалон Audi. Этот звук я накладываю сверху, так как YouTube уже заблокировал. Там музыка была на заднем фоне. Ну, не суть. Идем в автосалон Audi. Вот. Как вы видите, тут у нас Audi RS-очка стоит. Опа, она сделали все. И мы уезжаем спокойно на ней. Вот, все. Сейчас покатаемся. Поставим обратно. Вот, поехали обратно. Сейчас поставим. Вот, в принципе, вот такой у нас баг. Но все остальное я расскажу вам дальше. Е-бой. С вас лайк. Так что, Макс, рехнуть еще там создателей, как увидите, пофиксите это. Да. Все, закрыли. Как видите, теперь машина все стоит. Вот. Сейчас мы ее теперь поехать не можем. Заводим. Не можем, все.
вот такой баг. И на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Рэдди. Всем пока-пока.